Здравствуйте. Жив, здоров. Прошу. Спасибо, Игорь Иванович, что приехали. Скрывать нечего. Хотел бы обсудить с руководителем крупнейшей нефтедобывающей компании, нефтяной компании, публичной компании, ситуацию, которая складывается у нас во взаимоотношениях, можно сказать, Беларуси и России по нефти. Я знаю, что вы в курсе дела, но было бы неправильным даже не посоветоваться по отдельным вопросам, как действовать дальше, ну и как работать в том числе и с Роснефтью, потому что по прошлому году вы в Беларусь поставили ни много ни мало половину нефти, которую мы покупали в России, переработали здесь у нас в Беларуси. Хотелось бы полной ясности, и думаю, пользуюсь тем, что мы давно знаем друг друга, вы и подскажете что-то, и мы сможем условиться о дальнейшем нашем сотрудничестве. Уважаемый Александр Григорьевич, который хотел поблагодарить за ваше приглашение, которое я с радостью принял и всегда принимаю, и принимал раньше. Это правда. Я очень ценю те доверительные отношения, которые существуют между нами. И хотел бы сказать, что Роснефть является одним из крупных инвесторов в экономике Беларуси. Мы являемся участниками акционерного капитала Мазурского НПЗ. У нас есть сеть заправок также на территории Беларуси. Это, она небольшая, но работает 36 АЗС,